Хорошей ночи и наступающего дня. Сегодня на Олимпийских играх в Лондоне будет разыграно 22 комплекта наград. Россияне претендуют на медали в дзюдо, стрельбе, тяжелой атлетике, плавании и фехтовании. А накануне наши спортсмены завоевали 6 наград разного достоинства. В спортивной гимнастике в многоборье серебро на счету Виктории Комбовой, бронза у Алии Мустафиной. Второй стала наша команда рэперисток. В финале девушки, олимпийские чемпионки Пекина, уступили итальянкам. Бронзовую медаль на соревнованиях по стендовой стрельбе в упражнении «Дабл Трап» взял Василий Мосин. Третий в заплыве на 200 метров брасом финишировала Юлия Ефимова.